У нас 109 компаний Новосибирской области принимают участие в национальном проекте повышения производительности труда. До конца 2024 года нам нужно набрать 153 компании, то есть на следующий год осталось всего 44 квоты. По результатам, ну вот я вам в среднем скажу по цифрам, да, у нас примерно на уровне 60% достигают 5% рост, но в среднем по предприятиям это 30% сокращение времени протекания процессов, примерно 30% незавершенка снижается, а самое главное 67% это повышается выработка. То есть это от 1,5 до 2 раз повышается выработка на предприятии. То есть это существенный эффект. Задача проекта, задача команд центров компетенции, которые заходят на проект, не просто провести их от точки А в точку Д, получив определенные результаты, а сформировать еще внутри предприятия команды, которые дальше продолжают эту работу. То есть здесь помимо льготных всяких вещей и господдержки и со стороны Министерства промышленности, со стороны Фонда развития промышленности, льготные займы, льготные субсидии, еще и как раз формирование вкуса к победе, да, к преобразованию. И вот это, наверное, одно из основных, на самом деле, показателей мероприятий внутри всего проекта.